Рамзан Кадыров поздравил Хамзата Чимаева, Ислама Махачева и Нурмагомедова Саида с победой. А также Рамзан Кадыров высказался о поединке Магомеда Анкалаева, который был признан несостоявшимся. Ну а вы же не забудьте поддержать нас лайками и комментариями. Ваша активность очень помогает нам. В Абу-Даби завершился турнир UFC 294, подаривший нам массу ярких эмоций и превосходное настроение. К этому спортивному событию было повышенное внимание во всем мире. Поддерживали наших бойцов на месте прямо у октагона, внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Адама Элли. Очень рады мы за дорогого брата, представителя чеченского бойцовского клуба Ахмат Саида Нурмагомедова. Он оформил досрочную победу над Муином Гафуровым. Саид давно всем доказал, что является выдающимся бойцом. Я убежден, что впереди его ждут очень большие победы и достижения. К сожалению, поединок еще одного нашего брата Магомеда Анкалаева с бразильцем Джонни Уолтером признан несостоявшимся. Он был остановлен после непреднамеренного нанесения Магомедом запрещенного удара. Уолтер мог продолжить бой. На мой взгляд, встречу нужно было возобновить, чтобы Анкалаев довел ее до логического для себя конца. Причем обеспечил бы он свою победу уверен досрочно. Отдельно отмечу яркую победу Ислама Махачева над Алексом Волкановский. Он уверенно защитил свой чемпионский титул нокаутом в первом раунде и поставил жирную точку в истории противостояния. Мои поздравления, Ислам. Ну и, конечно, наш дорогой брат, непобедимый борец Хамзат Чимаев. Он в 13-й раз доказал всему миру, что по праву является одним из самых сильнейших бойцов современности. Список поверженных чеченским волком файтеров пополнился экс-чемпионом UFC Камар Усманом. С самых первых секунд Хамзат показал захватывающий поединок, задействовав весь арсенал своих бойцовских навыков. Он вырвал победу у легендарного бойца решением большинства судей. Таким образом, Хамзат успешно продолжает свой путь, придерживаясь стиля «пришел, увидел, победил». Теперь он становится главным претендентом на титульный бой. Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решил осудить насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ и его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения. Я поздравляю наших бойцов. Они подарили нам прекрасное настроение и массу положительных эмоций. Продолжайте в том же духе, а мы вас поддержим от всей души, написал Рамзан Кадыров.